Всем привет! Вы на канале GT Auto Repair. Сегодня у меня в ремонте Ford Expedition. Меняю крышу и левое переднее плечо. Начинаю с крыши. Машина вся алюминиевая, на клею и на заклепках. Спиливаю заклепки со стороны крыши, так как старую крышу буду выкидывать, можно не жалеть ее. For my English speaking subscribers, I want to thank you guys for your support. To be honest, it's not easy for me to talk in English, but if you guys are okay with my English and want me to speak English too, please comment below. Так как крыша будет с люком, надо будет снять передние две перемычки. При ремонте алюминиевых машин очень много мусора из-за спиливания старых заклепок и чистки старого клея.
Зачищаю места, где будет клей. На перемычках наношу силикон. По бокам, сзади и спереди, где будут заклепки, наношу двухкомпонентный клей для алюминия. Максимум через 1,5 часа клей будет твердый, поэтому у меня не более 1,5 часа установить крышу и зафиксировать. Прежде чем нанести клей, я подготовил сверла, пневмопистолет для установки заклепок и болты. Вначале устанавливаю крышу и прикручиваю болтами, где это возможно. Также, где есть доступ, беру на зажимы. И только после этого делаю отверстие для заклепок. Также с наружной стороны делаю, пытаясь, чтобы заклепки не выступали. При помощи пневмопистолета устанавливаю заклепки. В местах, где более толстый металл, пользую заклепки 6,8 мм. В более тонких местах пользую заклепки диаметром 3,5 мм.
Крыша готова. Дальше устанавливаю машину на стапель и начинаю делать перед. Потянул плечо и после этого снимаю его. Меня спрашивали, если есть возможность полностью готовую машину снимать на видео. У меня нет такой возможности. Так как машину привозят мне разобранную, я делаю свою работу, и дальше она идет на шпаклевку, на сборку и на продажу. То есть я эту машину больше не вижу практически. Но в будущем, даже не совсем в будущем, я думаю, что очень скоро я возьму машину с аукциона и вообще буду дальше так делать. Покупать машины с аукциона, делать, собирать, разбирать, сам сделаю работу. Краску не сделают, но это все можно заснять. Собрал и продал. Бывает и такое. Зачищаю заклепки и выбиваю их пробоем, так как высверливать их практически невозможно. Также весь старый клей зачищаю. Выставляю плечо без клея для примерки. Также выставляю радиатор спорт. Он будет держать ширину. Замеряю длину и диагонали. И только после этого снимаю плечо, ставлю клей и устанавливаю плечо на заклепки.
плечо крепится на болтах и на заклепках. Для начала я его выставил на болтах, поставил радиатор суппорт. Плечо просилось немножко в правую сторону. До того, как вставил заклепки, подтянул его и только после этого выставил заклепки. Плечо установил, длина и диагонали нормальные. Начинаю устанавливать капот и крылья. Капот и крылья установил. Снимаю стяжки, ставлю машину на колеса и снимаю стапелю. На этом моя работа закончена. Большое спасибо всем за просмотр, за поддержку канала. Также огромная просьба. Подписывайтесь, если не подписаны. Комментируйте, ставьте лайк. Всем пока.